Две недели назад звездная модель Виктория Лопырева подарила сына своему любимому, бизнесмену Игорю Булатову. После выписки из роддома она опубликовала снимок своего малыша, которому сейчас уделяет все свободное время. На своей страничке в социальной сети Instagram Лопырева рассказала, что их мальчику уже две недели. Она уже не может представить, как раньше жила без него. Пора браться за себя. Прежний вес уже вернулся, время постепенно возвращаться к активному образу жизни и спорту. Рассказывайте, кто как приходил в форму. Заявила модель. Блин, моему ребенку не две недели, а год и пять месяцев скоро. Я еще не вернулась в свой вес. Буквально осталось полкило. Как так получается-то? Мне месяц после родов тяжело было ходить, наступать. Кости лобка болели, будто хотели разойтись надвое, как быстро в форме, молодец. Я вечно как слон после родов. Только через 6 месяцев прихожу в себя. Молодец. Красавица, заметили в комментариях пользователи.